Тур по ночным клубам устроили водитель и пассажир Hyundai Getz в Кирове. В выходной день приятели решили развлечься, но в Коминтерне-то негде. И тогда друзья поехали за реку. Они шумно веселились то в одном заведении, то в другом. И активисты ночного патруля просто не могли не заметить эту компанию. Тем более, что домой водитель собирался ехать на своей машине. Кадры задержания смотрите в сюжете. А водители Hyundai Getz сообщили очевидцы. Активисты ночного патруля заметили его возле ночного клуба на улице Профсоюзной. Потом он поехал к заведению на Заводской. Там он веселился недолго, направился в сторону Старого моста. Да, еле-еле от бордюра отвернул. В сторону моста пойдет. В сторону моста левый поворотник, тут поворачивать нельзя. Общественникам пришлось разворачиваться и догонять машину. Все координаты авто сразу же передали в дежурную часть. Проходим мы поворот на Химик. 757, Hyundai Getz. Водитель выезжал на встречку, а заметив маяки, долго не останавливался, будто не мог сообразить, что делать, скрываться или все же подчиниться требованию инспекторов. Водитель Николай сразу сказал полицейским, что у него все нормально. Вообще на встречку выезжали? Почему? Только что. Там яма была. Там не было ямы, я тоже проезжал там. За сплошную линию заезжали. А я сзади вас ехал. Не заметили? Нет, не заметил вас. В это время дремал в авто пассажир. Задержание, пьяное вождение, потенциальная опасность. Для него пустое. Мужчина думал о комфорте. Я посижу и все. Посидите. Так водитель-то пьяненький у вас. Как вы с ним поехали-то вместе? Не усмотрели за ним, что ли? Я ночью. Так вы же с пьяненьким водителем ехали, опасно что? Он на встречку выезжал. Да? Да. Я не знаю. А, вы спали, да? Угу. Печаль, беда. Вам не холодно? Холодно. Закрыть дверь. Прохладно. Хорошо. Закрыть дверь. Нет. А, не надо. Что случилось? Вон, видите, сотрудники ДПС. Нет. С маяками. Они остановили пьяного водителя, который на встречку выезжал. А вы с ним ехали в одной машине. Не опасно было за здоровье и жизнь? Опасно. Опасно. Позже пассажир взбодрился и обвинил сотрудников ДПС и заодно активистов. Якобы из-за них он пойдет пешком домой и замерзнет. Ну, согласись, я сейчас замерзну, что и все. Так это нам-то что спасибо? Надо водителю пьяному говорить спасибо. Так бы был бы трезвый, довез бы уже домой. Николай прошел экспертизу, цифры совсем не соответствовали словам водителя о трезвости. 0,793 миллиграммов на литр. Установлено состояние алкогольного опьянения. Полночи веселились в клубе, еще столько же ждали оформления. Инспекторы составили материал за пьянство за рулем. Домой приятели поехали не на машине Николая. Сергей Пичугин, место происшествия.